сколько раз максимальная высота укладывается в длину чехла. Смотрите сразу. И учите себя такие вещи видеть. Подносим сзади. Где самая левая точка черепа? Заточная резинка. Остальная. Провальную сторону окна точки. Да, знаете, у вас как. А у вас он вот так повезло. Вытянем у затылка, вот так развернули, выдвинули. Потому что на самом деле, либо вот эта часть верхняя, вот сюда вытягиваете, так, либо вот эту забегаете. Давай сразу чем разберемся. Вот вершина глазницы, видишь? Так. Мысленно перенеси горизонталь вот на этот кончик ровно. Она вот так пройдет. Вот такое сечение глазницы. Согласен? А у тебя горизонталь будет проходить. Руку выше. Вот эти пропорции более или менее нормально поднял. Но вот от этой части глазницы вот так вот завершение существенно выше. И самая высокая точка черепа не вот здесь, а вот здесь. Вроде бы небольшой перенос, но на форму скажется очень сильно. От глазницы до горизонтали. Не получается. Давай смотрим, в чем дело. Граница, вот она. Согласны? Это просто ребро, которое выступает. Оно видно, конечно. Но уж тогда надо показать и нижнюю часть орбиты. Оно вот так вот, да? Ну, теперь давайте смотреть, в чем дело. Во-первых, для того, чтобы что-нибудь выше, надо обязательно показать, что у глазницы есть еще и верхняя часть, вот она. А средняя линия черепа проходит где-то там. Это понятно? А здесь еще один ровный. Ну, пока его не рисую. Ну, и теперь давайте смотреть. Нижняя точка. Вперед линию пробрасываем. Так. Она вот где и сразу видно, что предчувственная кость более массивная. Вот эта линия, ее слишком задрали вверх. Так. Вот так. Был действительно зверь горбоносый. А ну-ка, на носу самая высокая точка. Перед началом носовой вырезки. Вот здесь. А вот здесь уже понижение пошло. Вот так. А вот отсюда таки да понижение. Так. Это мы немножко подкорректировали вот эту часть. Ну и теперь, вот она, нижняя часть глазницы, видите, налево от нее начинается половая дуга. Вот она. Вот как только вы ее наметите, тут же вы видите, что вы ошиблись совсем чуть-чуть. Вот посмотрите, вот эта линия, продолжение вот этой, вот она. Вот посмотрите, как она начинает подниматься. И вот здесь что стоит уже? Да, здесь уже зуб. Так. А вот это как раз надо будет залючкой сделать, потому что это все провально глубоко туда внутрь. Вот попробуйте сейчас район височного окна сделать. И обязательно наметьте вот эту линию. Она очень важна для нормального восприятия формы. Видите ее? Да. Ну и потом что? На самом деле ошиблись вы совсем-совсем немножко.
Вам просто не хватало деталей вот здесь, для того, чтобы сориентироваться. Проверьте еще раз, сравните вот эту длину с вот этой длиной. Понятно, что имеется в виду? У меня ощущение, что вы вот чуть-чуть это хозяйство сдвинули вперед. Проверьте. Так, ну-ка. О, намного лучше. Вот давайте смотреть. Как у вас сделана верхняя линия, не лба, переносится и так далее. А давайте вот на что обратим внимание. Где-нибудь выступы вверх, вот такие вот холмики, пологие, есть или нет? Где? На глазнице. А у вас в этом месте яма. У вас в этом месте линия как раз провалилась. Вот карандаш прямой, да? Ну и посмотрите, как раз над глазницей линия опустилась. Попробуйте показать, что здесь она на самом деле поднимается. И у вас сразу форма человека приблизится к линии. Так, подождите секундочку. Ага, ну пропорции более или менее поймали. Только скажите, где самая высокая часть человека? Вот самая высокая точка. А, в глазнице. Ну, конечно. А вы ее вот сюда, в затылку сдвинули. Носовая вырезка прямо вот такой ширины, с высоты глазницы, да? Немножко потоньше. Немножко потоньше, раза в 4. Ну, в 3. Ну, говорил. Ладно, теперь давай смотреть, какую линию больше. Верхнюю сдвигайте вниз или нижнюю поднимайте вверх? Нижнюю. Нижнюю поднимайте вверх. Это во-первых. Во-вторых, вот этот выступ видишь? Он делит всю вырезку на два сектора. Один сектор вот здесь, двухвысокого. А второй сектор уходит вон туда, вот видишь, он аж вот здесь кончается будет. Вот давай попробуем эту линию убрать и изобразить, ну, хотя более-менее, чтобы не в три раза, а, по-моему, все-таки в четыре. Ну, сейчас становится понятным один фокус. Развернуть вот так. Попробуйте на черепе померить соотношение вот этого расстояния, вот видите, от уголка глазницы до верхней точки. Так. И вот этого расстояния от верхней точки до челюстной кости. Что немножко больше? Ну, это будет называться носовой кость. Так, хорошо, согласен с вами. Теперь, как справлять будем? Выдвигать вперед вот это хозяйство или задвигать назад вот эту точку? На череп смотрите. Смотрите, как себя проверить. Если вот эту линию продолжите вверх, вот так, она у вас пройдет левее носовой вырезки. Согласны? А теперь вот давайте-ка мы на череп это сделаем. А, да. Она, носовая вырезка как раз в эту линию приходит. Вот она, высшая точка. Вот так. А вот здесь уже пошла вырезка. Ну и вы на самом деле правы, можно и вот так вот еще удлинить вперед. И вот тогда соотношение лицевой и мозговой части черепа совершенно приблизится к реальности. Значит, вот здесь поправите, вот здесь. И о контурте зуба вам сразу станет намного проще работать. А заодно, вот смотрите, малюсенькие детальки, но они сразу меняют представление о форме. Вот эти вот выступы на черепе называются они затылочные мышцы. Это площадки крепления первого позвонка. Вот здесь как раз суставы первого позвонка, благодаря которому у нас вообще череп движется. Да? Ну и давайте посмотрим. Вот я, нет, длинный слишком. Чем-то покороче. Прямой?
подводим к затылочной мышце, подвели. Видите, на каком расстоянии находится вот этот отросток от точки затылочной мышцы? А теперь у вас посмотрите. Они у вас на одной длине. Угу. Значит, вот эта часть вправо сдвинута. Вот так. Здесь все правильно, а вот это сдвинуто вправо. Значит, здесь, здесь и здесь. Давайте. Вот, ребят, после того, как я показываю, понятнее становится? Да. Так. Так. Я тебе советую сейчас замкнуть вот эту линию. Вот скуловая верхняя кромочка. Ты видишь, что продолжение переходит вот в этот гребень, да? Вот попробуй эту линию провести у себя. А что же вы не довели до рамки? Зачем тогда рамка вам нужна? Ведь рамка это выше, именно сюда должна высшая точка прийти.